В среду, 12 декабря, откроет свои двери новый цифровой зал на 60 мест в кинотеатре «Горняк». Это стало возможным благодаря гранту Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии в размере 5 миллионов рублей, который выиграли в этом году. Новый кинозал расположился на втором этаже здания и стал дополнением к основному на 500 мест. Он имеет экран шириной 7 метров и 4 в высоту, современное звуковое оборудование, систему для 3D-показа, удобные кресла. Как отмечает директор «Горняка» Тамара Деренко, благодаря обновлению зала кинотеатр сможет демонстрировать больше премьерных кинолент. Где-то 5-6 сеансов в малом зале будут проходить. А потом, видите, зал в таком выполнен стиле ремонта. Здесь не только будет кинопоказ фильмов, здесь будут какие-то творческие встречи, будут киновечера. И, в общем-то, я думаю, он отработает свое, так сказать, назначение. Возрастет и охват аудитории. Ежедневно «Горняк» посещают более 60 тысяч человек, а с расширением ожидается увеличение зрителей до 80 тысяч. Открытие нового цифрового зала приурочено к 70-летию кинотеатра «Горняк».